Продовжуємо ефір «Обозу», говоримо з українським виконавцем, молодим, перспективним Том Сода. Ми зараз з тобою закінчили говорити про твій продюсерський проєкт. Ще, до речі, цікаво стосовно того, де ти надихаєшся, тому що ти пишеш пісні Ніни, так? Не тільки для себе, як ми зрозуміли, так, а ще й для своїх підопічних. І от чим ти надихаєшся? Що ти слухаєш? Яка твоя улюблена музика? Що ти читаєш? На самом деле, вдохновляюсь я не музикою, а я дуже люблю їздити по стране. И в частности домой. Вот. И я вдохновляюсь по дороге, вот в пути, это может быть поезд, маршрутка. Вот когда ты один, когда ты перед тобой меняются виды, меняются какое-то окружение, меняется обстановка, приходят порой такие сумасшедшие мысли, и в которых ты реально находишь такое вдохновение от того, что вау! Я такое придумал, и вот как-то так. А скільки виходить часу на те, щоб написати пісню? По-разному. Знаете, бывает так, что я написал песню за 15 минут. Бывает так, что я написал там песню за меньшее количество времени. Бывает, что песня рождается очень долго. Бывает, что приходит сначала припев, вот какой-то основной мотив, а куплеты я там дописываю уже непосредственно перед записью. Зараз буде скандальне запитання. Де було таке найнезвичніше місце, де ти придумав пісню? Да не знаю. В троллейбусе. Троллейбус. Да, в троллейбусе. Вот песня, которую мы будем выпускать буквально в октябре, я ее написал в троллейбусе. Ну, добре, нехай буде троллейбус. Який стиль музыки ты полюбляешь? У меня нет любимого стиля, вы знаете. Я очень люблю музыку всецело. Это может быть рок, это может быть хип-хоп, это может быть фолк. Все зависит от того, насколько талантливо это сделано. Я очень люблю таланты. Вот, я люблю их открывать в людях. И когда я слышу, что это необычно, это замечательно, и я не могу эту песню вот прекратить слушать, и мне может какая-то там музыка, которую я до этого вообще никогда не слушал, если я слышу, что это цепляет, и это вот круто. Цепляет само тебе, так? Да, да. И я могу это слушать месяц, может два, может полгода. Вот одну песню. Топ-3 песни, какие зараз в твоем плейлисте? Какие-то постоянно слушаешь? Сейчас я слушаю песню своей близкой подруги, которая еще не вышла. Я очень люблю вот творчество за то, что я имею возможность услышать то, что еще не слышали другие люди. Вот, и у меня есть одна только сейчас песня, которую я слушаю. У меня не три, у меня только одна. Это композиция, в которую я безумно влюблен. Я услышал ее год назад на клавишах, и сейчас, когда мы начали над ней работу, я не могу остановиться, потому что это оркестр, это такое количество инструментов. Это украинская выконавица. Это украинская исполнительница, да. И песня, конечно, на русском, так спойлер небольшой, но это просто... Это одна из твоих девчат, которые в тебе в продюсерском центре? Да, да. Она сама написала эту песню, я просто не ожидал такого результата, и сейчас это единственная песня, которую я слушаю. Ну, а кого из ведомых украинских, або... Ну, как же я оставлю без внимания Тину? Да, это просто человек, который меня вдохновляет на всем творческом пути, потому что, ну, столько успевать, сколько успевает эта женщина, хрупкая женщина-мать, я просто вот снимаю все, что с себя можно снять перед ней. Не треба, скину на камеру, будь ласка. Да, это просто, ну, как бы, реально пример каждому украинскому артисту, как надо работать, поэтому... А за кордон якісь виконавці твої любові? Да есть, конечно, есть и Джон Ледженд из мужчин, если, да, если Джон Ньюман, Лара Фабиан, вы знаете, это такая, ну, как бы, это вот безоговорочный артист, на котором я ни разу не был еще на концерте Лары Фабиан, и я надеюсь, что в этом году то, что звучит в метро Адажио, я наконец-то до него дойду, до этого Адажио, это тот артист, на которого каждый должен попасть на концерт. Ти казав, коли ми з тобою співлазничали «Х-фактора», ти казав, що батьки тебе дуже підтримували, так? Вони дуже хвилювалися також за тебе. Взагалі, я знаю так, що твій шлях, ти спочатку навчався на економічному, так, якомусь там спеціальності, вони якось, ну, було у них певне розчарування, що ти пішов у музику, що цим не можна заробити гроші, це не справа на все життя, так? Ну, були такі? Знаєте, просто я можу
показывать то, что я действительно могу этим заниматься. Потому что непосредственно, когда я обучался в колледже на экономиста, на аудитора я учился, я при этом зарабатывал себе сам. Я учился на дневном стационаре, это был не бюджет. И я сам себе зарабатывал на учебу, и зарабатывал я музыкой непосредственно. И когда стал вопрос о том, что я уже не хочу обучаться экономике, этим специальностям, я просто сказал, что я не хочу за это больше платить. Я хочу вкладывать эти средства в своє творчество, і не було ніяких вопросів. Ну, взагалі, як ти вважаєш, батьки, вони мають підтримувати? Чи краще, коли, знаєш, вони чинять певний спротив, і ти тоді ніби на випередження я працюєш? Я вірю в політику двох поліцейських. Поганий, добрий, да? І да, добрий поліцейський, і злий поліцейський. У мене злим поліцейським була мама, добрим поліцейським був брат, який просто, ну, делай все, що тобі подобається, все делай. Хочеш їхати, їдь. Мама, ні, от не треба, я все... Ну, я ціню і то, і друге, тому що без цього не було б того, що є зараз. Крім родини, хто тебе підтримує? Це я так завольовано спитаю, чи є в тебе дівчина? У мене велике кількість людей підтримує, це такий завуалірований відповідь, є в мене дівчина. Ну, ми зробимо свої висновки, добре. Яка у тебе особиста мета? От твоя власна. Ти хочеш збирати стадіони? Очень много целей. На самом деле, делиться каждой из них я не хотел бы на камеру и публично. Но в любом случае, моя цель в жизни — созидать и рождать, скажем так, новые какие-то имена, помимо своего, я не эгоист. Вот. И я очень хотел бы, чтобы о тех людях, которые работают рядом со мной, о них действительно услышали, не только в нашей стране. Вот моя цель. Вот. Но ты как-то визуализуешь себе свой успех? Действительно, каждый день просыпаюсь с этой мыслью. И думаю, вот. Как выглядит эта картинка? Люди плескают, там, запальнички, телефонами светят, стадионы, все. Люди счастливы. Вот. Каждый занимается своим делом. Мире. Нет, нет, не в этом дело. Люди счастливы, зрители счастливы, счастливы те люди, которые занимаются своим делом и получают от этого не только удовольствие, как от творчества своего, от своей работы, но и финансовые какие-то вознаграждения. И, ну, просто каждый должен заниматься своим делом, и я за это. Ну, а скільки зараз шанувальників приходить на твої виступи? Поки що я доволен, вот, чим я маю. І, звісно, мабуть, відносно це небольшое количество, але я вже чувствую, я починаю чувствовать эту поддержку людей, которые пишут мне: «Вау, это круто, это было замечательно». Некоторые пишут: «Вот-вот чего-то не хватает», и это тоже круто, потому что мне есть куда расти, и если это людям интересно, они хотят еще интереснее, я буду рад как бы оправдывать эти надежды. Но после концертов ты чувствуешь снова таки натхнение, чи это такая втома? Никакой усталости от творчества я не думаю, что артисты получают, и я в том числе, потому что это обмен энергетикой. Как и я даю энергетику, так я ее и получаю. И у меня действительно последнее мое выступление, я выступал перед детьми, и это замечательно. Это, наверное, самая благодарная публика, потому что вот эти вот лица, которые вау, они вместе с тобой и прыгают, и скачут, и улыбаются. И когда ты выступаешь для вот этого будущего нашей страны, ты чувствуешь то, что ты, ну, на правильном пути. Вот как-то так. Мета твоя на ближайший час. Где можно тебя почути, побачити? Сейчас у меня рабочий процесс. Мы работаем над альбомом. И моя цель — закончить альбом и представить себя как многогранного артиста, потому что альбом разный. И очень хочется проявить себя в нескольких стилях и показать, ну, как бы, все, что я могу. Угу. Дивись, у 2016 році вийшов твій дебютний сингл «Falling Down», да, з яким ти прийняв участь на національному відборі Євробачення 2016. Наступне Євробачення, то 2017, наступний відбір на 2018 рік плануєш приймати участь? Если будет такая возможность, я, наверное, не исключаю этой вероятности. У меня еще есть команда, которая кивает головой и говорит «да». Вот, но на самом деле это, ну, это ведь творчество, и нельзя математически просчитать, появится ли у меня какая-то песня, которой я захочу поделиться со всем миром, потому что аудитория этого конкурса колоссальная, и буду ли я готов к этому, ну, и эмоционально, и творчески. Вот, если у меня будет достойная песня, которую я смогу представить не только себя, но и нашу страну, и я буду знать, что страна будет этим гордиться, конечно же, я приму участие. Но вот эта песня «Falling Down», она была та самая?
Для меня это была та самая песня. И это первая песня, это, скажем так, песня о личных переживаниях, да, и я уверен, что многие люди со мной разделят эту точку зрения о том, что каждый из нас может в какой-то период жизни испытывать и чувства, и эмоции, которые я в этой песне описал. И эта песня о равнодушии, с которым, ну, очень хочется бороться. Она несколько социальна, и я уверен, что... Ну, я уже вижу, что она нашла отклик, ну, скажем так, в сердцах людей. І да, для мене це була так. Бачу, в цьому році Євробачення перемогла така пісня лірична. Ти будеш якось враховувати цю кон'юнктуру ринку Євробачення, які пісні найчастіше лайкають? Ви знаєте, ні. Пускай даже я услышал в адрес предыдущей песни, да, Fallen Down, что это слишком форматная песня для Евровидения, вот это Eurovision Song, и вот есть такое понятие. Вот. Для меня нет такого, я же говорю, для меня нет такой формулы, и я просто вижу, что эта песня может чего-то сказать, может, ну, куда-то вот достучаться в чей-то вот, в чью-то довбешку, что-то может, да, в чье сердце может что-то сказать. В общем, если я могу чем-то вот постучать, песня — это инструмент. Если у меня будет в руках этот инструмент, я обязательно его использую. Добре, Артем, я бажаю тобі натхнення та успіхів. Ефір обозу закінчується. Дивіться нас далі.